Всем привет-привет! Отличного всем настроения! У меня небольшая распаковочка. Предлагаю посмотреть, что я заказала в этот раз. Итак, как обычно, у меня бальзам корень. Это наш от всегошник. Здесь много трав в составе. 250 мл пузырек. Пузырек большой, хватает надолго. Мажем от всего, от ран, порезов, ожогов. И если насморк, мажем нос. Если температура тела, растираем. Если вены, тоже снизу вверх мажем ноги. Очень хорошо помогает. Так, поэтому много заказов. Также еще один наш хит – это природный нулиновый концентрат. Вот, его у меня тоже в заказе сегодня много. 5 штучек. Вот. 5 штучек нулинового концентрата. Здесь в составе порошок топинамбура. Он идет у нас как источник клетчатки. Профилактика сахарного диабета, профилактика дисбактериоза, профилактика иммунодефицита. Соответственно, если мы даем пищу нашим бактериям в кишечнике, а кишечник у нас источник нашего, можно сказать, иммунитета, поэтому у нас поднимается иммунитет, и как источник клетчатки он чистит наш кишечник и берет в себя лишний сахар, можно так выразиться, то есть снижает, ну, может быть, не так, чтобы прям снижал, но профилактирует у нас повышение сахара. Так что вот, рекомендую, хорошая вещь. Всего по пол чайной ложечки нужно, пузыречка хватает надолго, стоит всего 350 рублей. И вот такая новиночка у меня. Себе заказала лосьон для лица с пробиотиками. Вот. У меня вроде кожа хоть и суховатая, но бывают вот всякие там неприятности. Поэтому буду профилактировать их. Вот такая вот красивая упаковочка. Очень удобно пользоваться. Не протечет. Удобно с собой брать. Красивый дизайн. Серия Эсперальто. Я ее очень люблю. Так, дальше. Еще третий наш хит. Это магний. Магний органический. В составе идет, кроме магния, здесь валерьяна и байкальский шлемник. Поэтому он... Ну, сами составляющие вещества не так усиливают друг друга, что максимально полное усвоение идет, плюс очень хорошо успокаивает. Он у нас содержится, такой магний, и в релакс-боксе, поэтому если есть проблемы, допустим, с засыпанием, вообще нервная возбудимость, вот у меня сын постоянно пьет магний на ночь, две капсулы, и как рукой снимает. Мы пьем вечерком, вообще он хорошо успокаивает, поэтому его только на ночь пить. И вот такие B-витамины, здесь у нас бетаины, B-витамины, тоже очень хорошо дополнять магний группой B, витамины группы B, B6 конкретно. Вот, вот эти витаминки очень хорошо будут с магнием, плюс еще здесь бетаин с витаминами группы B, поэтому очень хорошо для сердечной мышцы, как профилактика ее старения. Хорошие такие витаминки. И из этой же серии я себе взяла байкальский шлемник. Гинка Белабай байкальский шлемник у нас. Это идет улучшение мозгового кровообращения, плюс укрепление памяти. Да, также это профилактика метеозависимости и головных болей. Вот такая хорошая вещь тоже. Здесь у нас сколько? 30 капсул. По одной капсулке в день, это на месяц коробочка. Тоже вот эта серия, она недорогая и очень хорошо работает. Вот у меня на этом все. Такая небольшая распаковка. Всем хорошего здоровья и отличного настроения.